Если дошколята летом развлекаются под присмотром, то подростки на каникулах зачастую предоставлены сами себе. Своевременная беседа родителей с ребенком поможет уберечь семью от беды. Объекты незавершенного строительства подростки нередко избирают для игр в прятки или проведения квестов, не осознавая в полной мере, что конструкция зданий за годы утратила прочность и грозит обрушениями, не говоря о торчащей повсеместно арматуре и отсутствии частей стен и пола. Ну, буквально в прошлом году у нас был случай, когда подросток выпал с третьего этажа недостроенной больницы, когда просто пришел поиграть с друзьями. Также недостроенные объекты опасны тем, что в них могут завестись животные. В частности, подвалы таких объектов любят у нас стаи бродячих собак присматривать под свои жилища. То есть, помимо всего прочего, можно наткнуться на диких агрессивных животных. Падение с высоты, вывихи, переломы и укусы собак – картинки, подходящие для фильма ужасов или криминальных хроник, а не для домашнего видео о счастливых каникулах. Найдите время поговорить по душам со своей дочерью или сыном. Подготавливая материал к эфиру, мы вынуждены были для видеоряда подняться на тот самый пресловутый недострой, чем спугнули стайку подростков, которая проводила здесь время. Судя по надписям на стене, это место дети часто выбирают для своих игр. Мы намеренно не показали вам лица детей, чтобы каждый из родителей задумался, а не его ли ребенок сегодня гулял на стройке. Проведите беседу со своим ребенком, побеспокойтесь о его безопасности.